Чакшурунмилитам Джена Тасмай Шри Гурави Нама Гурави Гаура Чандрая Радхикая Истадалае Харибо Кришная Кришна Бхактая Тад Бхактая Намо Нама Ванча Калпа Дарудаса Крипа Синдвайвача Харибо Бхактана When you go to Кришна, Радха Кришна When last, when you go, then can you give me На выходе вам просто okay. оттяните. А что, Радхи Кришна есть? Она уже была? Yeah, yeah. And when you go, last time you can give me, okay? Потом все равно, говорит, в конце на меня натяните. Ага, конечно. Ванчаталбдарбхаса крипасиндхайвача Атитайнанг павалибхо Вайшнавебхо намо намо Намахавадарная Кришна према прадаяте Кришная Кришна Чайтанна Намне Гаврату Синаму Хей Кришна Каруна Синдху Динаванандху Джагатпате Гопеша Гопика Канто Шри Радха Канта Намастуте Тапта Канчан Гауранги Радхи Бриндаванесвари Брисабхану Сите Деви Пранамами Халибхи Бриндай Туласидеттай Прияй Кесавасача Кришна Бхакти Прадедеви Саттаватай Намо Намо Джай Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Сривасади Гаура Бхакта Бринда Бала Хари Кришна Хари Кришна Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Бала Хари, Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Бога. Master of all, according to my unlimited overseas to my spiritual master, Nitalila, Brahmishnam, Vishnam, Pada, Shodhar, Satasri, Sri Srimad Bhakti Sariru, Siddhanti Goswami Maharaj. After seven published, according to my Sikha Gurudev, Nitalila, Brahmishnam, Vishnam, Pada, Shodhar, Satasri, Krishnamad Bhakti Vedan, Sri Narayana Goswami Maharaj, all Vaishnava, Vaishnavi, and guest. Прежде всего предлагаю свои нижайшие поклоны моему дикше духовному учителю Нитьялила Прабхишну Вишнупада, Аштотарашата Шишимад Бхакти Шируп Сиданти Гасай Махараджу, а также моему шикше духовному учителю Нитьялила Прабхишну Вишнупада, Аштотарашата Шишимад Шири Бхакти Виданти Нарайни Гасай Махараджу,
всем вайшнава, вайшнаве и гостям. Hare Krishna. Oh, you are listening. Hi Mahaprabhu, Vipar. Hi Mahaprabhu came this world. You are hearing it. This is the first vision is the Kali Yuga Yugadharma is the Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Mahaprabhu, so he came this world. This is the region. So you are continuing listening. Maybe for 5 days continue glories of holy name. Today also you are listening. What is the glories of this holy name? And Srimad Bhagavat, 6th canto, you know, there the 6th canto, the symptom is the poshan. Poshan meaning nourishing, you know, maintaining. How Lord is maintaining this devotee's life. Yeah, so this is the 6th canto. Today listening about 6th canto. Итак, мы продолжаем слушать о причинах явления Чайтанья Махапрабху в этом мире. И уже на протяжении 4-5 дней мы слушаем о славе воспевания святого имени, которое пришел установить сюда Чайтанья Махапрабху. Сейчас я буду рассказывать о славе святого имени и 6-й песне Бхагаватам, которая также имеет один из 10 симптомов, называемый пошан. Пошан санскрита переводится как «поддерживать». В этой песне объясняется о том, как Господь поддерживает жизнь своих преданных. Хорошо, Hare Krishna. Today what I give class, okay? I can ask him. After class I can ask him what you are hearing. Then give answer to him. Махарадж сказал, что сегодня после лекции он переспросит то, о чем рассказывал в течение лекции. Хорошо. You try remembering, also telling us, okay? Then, you know, one thing is the, okay, I'm listening. But when, what I listening, I want telling after. Then, you know, when listening, then you listening very deeply. Yeah? One point, you can try listening this thing. Maharaj говорит о том, что можно, конечно, прослушать и кое-что запомнить. Но если сказать человеку, что тебе придется после этого это пересказать, он будет слушать во много раз внимательнее. Хорошо. Hare Krishna. So telling this Vishwanath Chakravarti telling Lord, he, you know, Lord is the maintaining this devotee's life. Lord always is maintaining this devotee's life. And also he also maintaining nourishing of the devotee life also. Also he also if somebody very very sinful activities person, you know, who is the completely religious, who is the marjada langan, who is the complete, you know, marjada langan. He also maintaining this life also. Give like this ajami, you know. This pastime ajami pastime. How? Ajamil Vipar, he was to birth in the Brahmana family, and he has very beautiful wife, you know, very young age, and very good wife. But after Ajamil, how after saw a very bad thing, how this life had become changed, how he left this wife and staying one prostitute. And he also eating meat, fish and alcohol drinking, doing all kind of nonsense thing. Now he have also 10 children, maintaining this children life, he also doing stealing, killing, doing so nonsense thing, you know. He such a very bad person. But also here is the gave glory. How this Lord's name is so powerful, this name also. You know, anyhow keep this son's name Narayan, always chanting Narayan, 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 chanting this Lord's name. Last time, you know, when Sadasi Jamdu, you know, that time very afraid, once calling Narayan, you know. Only one time when he chant this holy name, he also free of this all sin activity. Вишванат Чакраварти Такур объясняет в этой 6-й песне о том, как Господь поддерживает своих преданных.
и поддерживает не только своих преданных, но и самых опустившихся греховных людей на примере Аджамила. Аджамил родился в брахманической семье. У него была молодая, красивая, добропорядочная жена. Но так получилось, что в лесу он увидел нелицеприятное. В лесу он увидел, как одна разгульная женщина имела связь с другим. И тогда он оставил все, оставил свой образ жизни, оставил свою жену и стал жить с этой женщиной. И жили они самым греховным образом. Он совершал разбойничество, и они ели мясо, рыбу, занимались другими грехами. Было у них 10 детей, и так или иначе своего сына они назвали Нараяной. Пока сын был маленький, Аджамила все время повторял «Нараяна, Нараяна, Нараяна» в быту. И в момент своей смерти, когда он увидел Ямадутов, он тоже закричал, один раз выкричал «Нараяна». And also, you know, here also give example also, Indra, you know, Indra also, you know, he also neglect his Gurudev. He neglect his Gurudev also. But this Lord's name is such a very powerful, you know, also telling most dangerous also, Guru Abhagya and Vaishnava Aparad. Very, very dangerous. Telling, if somebody doing Vaishnava Aparad, lotus feet of Vaishnava Aparad, this is the necessary. If you understand, I did some Vaishnava offense, so you can go and tell you, oh, forgive my offense. Then, if he this Vaishnava from heart, he the forgive your offense, then you are all kind of finish the move. Yeah, this is the one way. But if some Vaishnava he did not forgive, so necessary try to anyhow pacify to him. Anyhow, if this Vaishnava left the body, then he cannot do. Then telling. That time you can always chanting this Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, and weeping, and from your core of your heart, if you always chanting this holy name, also this Vaishnava Aparad, also move your Vaishnava Aparad. Such a holy name is so powerful. И несмотря на то, что Аджамил только один раз выкрутил святое имя, не доперевела, то святое имя все равно его спасло и освободило. Вторая история, которая там описана, это с царем богов Индрой. И Индра проявил неуважение к своему учителю. Есть две страшные вещи. Одно из них — это оскорбление вайшнава, а второе — ослушание, неследование своему гуру, действовать вопреки своему гуру. И то, и другое — очень опасные вещи. Махарадж сначала объяснил, что если так получилось, что мы совершили вайшнава апарадху, то нам нужно пойти к этому вайшнаву и от всего сердца попросить прощения. И если вайшнав прощает из своего сердца, то это последствия ликвидируется. Если вайшнав не прощает это, то нужно придумать какие-то другие способы для того, чтобы вайшнав простил. Если вайшнав поставил тело, то нужно принять прибежище в святом имени и все время повторять святое имя. Святое имя, например, этой истории, оно помогает даже в таких критических случаях. What is the last? The holy name, even in such condition when we did Vaishnava Aparad when he left body and Guru Avakya, even the holy name, even that time helping. It's from your core of your yes, heart? Yes, I told. So, he are telling, even this Chitraketu Maharaj, yeah? Chitraketu, he also doing offense to lotus feet of, you know, this is the Mother Parvati Shiva also, you know. He also take the shelter of this holy name, also this holy name forgive this all kind of offense. То же самое с Читракету Махараджа произошло, когда он совершил некое оскорбление лотосным стопом Парвати и Шивы, то тоже святое имя спасло его от этого. Yeah. Now, Sri Parikhita Maharaj, now he doing question to Sri Sukhdev Goswami.
telling, oh Sukhdev Maharaj, kindly you tell to me, what can it do this jiva? This jiva never went to this hellish planet. Any way, he cannot go to any hellish planet. Before he explained this the narak. Eight, four kind of narak he telling jiva, what to karma, as like karma, this is the coming, this fruit also got like this, before explain how the narak. Then the very, very, when explained this narak, there are 84 narak, very, very dangerous, you know. Very, very, if you listening, you can, your body becomes shaking, you know. If you're doing some narak, what is the narak, it explained. So when you listening, you know, Jeevi is doing some bad karma, go to bad, bad, hellish planet. Now, if you question, what can a Jeeva doing some such a good karma, never he go to narak, hellish planet, can you give an answer? И далее Парикшит Махарадж спрашивает у Шукадева Госвами, что может сделать Джива, благодаря чему она не попадет на адские планеты из-за своих грехов. То есть до этого было объяснение ярусов Нижней Вселенной, описание ада в пятой песне. И сейчас Парикшит Махарадж задает вопрос о том, что может спасти Дживу от этой участи. So telling, you know, when somebody doing karma, their karma doing three way he doing karma. One is the kai, meaning bodily, mindly, speechly, you know. There are three way doing karma. And also pap, also doing three way, also doing pap. So doing, if doing pap, you know, doing pap, if this kai, mana, vatya, in three way, if you're doing some prayaschit, you know, see, prayaschit, then never either, never go to hellish planet. И тогда Шукадев Госвами ответил, живое существо совершает свою деятельность, материальную деятельность на трех уровнях. На уровне тела, на уровне ума и на уровне речи. И грехи оно тоже совершает на уровне тела, ума и речи. И если она в течение жизни совершает искупление этих грехов, то в ад она не попадает. Yeah. So telling, you know, if he unknowingly before you did some sinful activities, so telling if you doing some prayaschit, yes, some doing prayaschit, there is the move. Without, they are punished to double punished. Suffering to double punished. So necessary, when your senses is the strong, necessary that time you can do prayaschit this thing. Mm-hmm. Если человек отказывается от совершения искупления, то наказание ему идет вдвойне. Поэтому Писания они предупреждают, что нужно совершать искупление, пока тело еще сильное, пока чувство еще сильное. Yeah. So when he listened to this thing, then he will question. Well, okay, what are you telling? Okay. But this is the like, give example, Hastisnana. Like this elephant took bath and elephant, nice elephant take bath. Elephant, again when elephant come out, then again take the all dust, you know, smash his all body. Like this sometimes, Jim doing some bad karma, some good karma, then again he try to start to do the same thing. Then what can happen? И тогда Парикшит Махарадж, он разочаровываясь, соглашается с этим, говорит, да, это все хорошо, но ведь это похоже на купание слона. Слоны как купаются? Он сначала пошел в речку, окунулся, смыл с себя грязь, а потом выходит на берег и опять обсыпает себя песком. То же самое я вижу здесь, когда человек совершает грех, потом совершает искупление, а потом он опять совершает грех. So then again give another example. Another example is that you okay. Another example like this. If you take very nice food, you know, take very nice food, then what happening? You have never coming any disease. If you take some bad food, then disease coming. You get proper food, nice fruit.
you are never coming dizzy. Here, like this, is telling if somebody, if somebody following very nice rule and regulation, very nice and rule and regulation, but what is this? This mind never give any bad way, never give any bad way. They are doing ashtanga yoga, following this brahmacharya, try to control these senses, and always trying the very pure, not doing hinsa, following some rule and regulation, then what happening? Also, he also control this senses, there is a very, very big jnani, this way, they are control the senses. Здесь Парикшит Махарадж что-то. Затем Шукадев Госвами говорит так же, как когда человек принимает хорошую пищу, у него тело не заболевает, подобным образом есть также еще различные практики, в результате которых можно быть сильным для того, чтобы сдерживать свои чувства, сдерживать порывы чувств, то есть не грешить. Различные виды тапаси, аштанга-йоги и другие. Аштанга-йоги, брахмачарья, try to control the senses, always trying to feel pure, following all rule and regulation. Следовать правильным предписаниям, следовать чистому образу жизни, следовать целибату. And like this big jnani, this way, also they are controlled with senses, and they are finishing all kind of sinful activities. Или быть jnani, то есть изучать трансцендентное знание, таким образом можно сдерживать свои чувства. Then when he listening this thing, well, I am not satisfied. This question, answer he'll make satisfied. He gave example, Venu Gulvambar. Venu Gulvambar meaning, he gave example, like this bamboo, bamboo tree. What they are happening? They are cutting the bamboo tree. And outside they are cutting the bamboo tree. And they are thinking compared to this jungle, forest is finishing. But again when it rain, then again this bamboo, again this coming, very proud coming. And this double forest. But outside he saw, they are completely cut like this. Who is just like this Sauhari she try to control the senses. How is the control the senses? Again you marry. When looking at this, again you marry. So telling what we are telling, control the senses, this is not a perfect way, this is the Verungalum like this. И Парикшит Махарадж тоже не был удовлетворен таким ответом. Он говорит, ведь это похоже на вырубание бамбукового леса. Лес, конечно, бамбуковый можно вырубить под корень, но потом следующий дождь сделает так, что снова вырастет бамбуковый лес. Подобным образом все эти практики, они лишь притухают, затухают материальные желания, а потом при благоприятных условиях все равно все выйдет наружу. Как пример с историей с Шрипанга Риши. Вот из Риши. Шабари Риши совершал долгое время тапасию в водах Ямуны. И потом увидел двух играющих в любовные игры рыбок. И из-за этого у него появилось настолько сильное желание, что он женился на 50 принцессах. What is the essence of this? All these practices, they cannot completely remove material desires. They can only, for some time, temporarily relieve. Суть этого ответа заключается в том, что все эти подобные практики, они не имеют постоянного решения. Они являются временным решением, временное облегчение дают. Yeah. So now they're doing a question. What is the way? This is complete this all kind of sinful activities. He finishing. What is the way? Now Parikshit Maharaj's question. Тогда Парикшит Махарадж задает вопрос, что же является постоянным решением, окончательным решением этой греховной деятельности. Yeah. Now Sri Sukadeva Goswami, now he gave answer. He telling, Малакачит кевале я бхактя,
Васудева Параяна, Агно Дхунна Титашнена, Нихарахи Вабхаскар, Ятали, Качит Кевалея Бхакта. Yes, only one way. If somebody only follow this bhakti, path of bhakti, if somebody doing love, affection to Krishna, not Gyan, not Karma, not Yoga, only bhakti, if somebody follow this bhakti, only way up of this bhakti, then somebody control the senses. They give example like this, when the sun rise, you know, when the sun rise, easily this the fog, easily not any sun rise, only shadow, but the sun rise, and this is the avas, you know. Only this way, only fog is the finishing. But when sun rise, then everywhere became light. Only to bhakti, when somebody heart manifested this bhakti, easily the all kind of your desire, then he finishing your all kind of desire. Тогда Шукадев Госвами говорит четко и Валя, есть один способ, и если человек будет совершать бхакти, то даже еще не само бхакти, а только лишь его появление полностью избавляет человека от всей греховной деятельности, подобно тому, как встает солнце. Тьма расходится еще до того, как солнце встало, еще просто от далеких лучей солнца. Yeah. So about this slope, Sri Vishwanath Chakur Thakur, he gave commentary. He telling, bhakti has three stages. One is the sadhana, one is the bhav, and one is the prem. Yeah, that is three stages, this bhakti. When the only situation only sadhar, you know, this pure sadhar, they are telling two quality. This is the Kleshagni Subhadra. Subhadra is two quality. Telling Kleshagni meaning, you know, when only situation of sadhar, not bhav, not prem, only when we sadhar, situation of the sadhar, they are telling all kind of Kleshagni. Kleshagni means the pap beach, Avidya, in all kind of, you know, this is everything, prarabdha, aprarabdha, everything, and telling all kind of sinful activities, you know, complete finishing. If somebody took birth in a very lower caste, if somebody took birth, if follow this bhakti, only sadhana situation of sadhana, everything is finishing this art, only sadhana situation of sadhana. Вишванат Чакраварти Такур в связи с этим описывает, что у бхакти есть три стадии: садхана бхакти, бхава бхакти и према бхакти. И он говорит, что только ли, даже только на уровне садхана бхакти, когда человек совершает садхану, уже тогда он избавляется от всей от семени греха. Кут, бича, от желания греха, от невежества. Он избавляет. Он патак, атипатак. This papa also patak meaning very very simple activity. Атипатак very 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 simple activity person also. Он избавляется как от обычных грехов, так и от самых суровых, самых сильных грехов. Он избавляется от непроявленной прарабхи кармы, еще которая должна появиться в будущем. Он избавляется от семени греха, то есть у него уходит желание грешить, и в конце у него уходит прарабха карма. Меняется его даже существо, сгорает его даже существующая карма. Understand? Да. So, you know, Krishna, he told Uddhav, telling, oh, Krishna, really, oh, Uddhav. Krishna, he telling, oh, Uddhav, my bhakti, like this is the, like this fire, you know, like this fire, like this my prajolita fire, not complete is the fire, this is the fire, you know, like fire, you put this some wood, then what happened? He complete making the, you know, he complete burnt. Like this, my bhakti, if somebody following my bhakti is the very bright fire, you know. If somebody following my bhakti, all kind of sinful activities,
Кришна говорит Удаве, что бхакти ко мне словно все пожирающее пламя, которое съедает все, что в него бросает. Yes, and Kapil Dev, he telling this mother, oh mother, if somebody dog eater, even the dog eater, and he take very lower class to birth, lower caste, if somebody take my shelter of my name, yeah, even take shelter of my name, yeah, that time, if always somebody chanting my name, well, that time he can attend to, you know, Somajaji Jagger Adhikari. They're telling one kind of sacrifice, there is Somajaji. Somajaji Jagger meaning, who is the topmost of Brahmana person, only they can do this Somajaji. Somebody take the shelter of my holy name, he can qualify the person, he also going to Jagger of Somajaji. И Капиладев говорит, что тот, кто принимает прибежище в моем святом имени, даже если это человек, питающийся собаками, он возвеличивается в своем положении до уровня, чтобы совершать сомаяки, огненное жертвоприношение сома, которое является самым высоким и требующим высшей квалификации брахмана. Yeah, so they are not love. Jiva Goswami, yeah, Jiva Goswami, he gave an example this. In the example, when somebody take the shelter of Lord's name, okay, example this bhakti, Lord's name, like this is the sun. Here Jiva Goswami give three examples: sunrise. And sun, reflection, like this. Here, you know, here sun is the there, mm-hmm. and sun rays. Mm-hmm. But here there are no sun rays. Mm-hmm. Oh, this is light here only. Mm-hmm. But here completely the clear. You can look it clear. You can look everything. Mm-hmm. But sun, like this sun and this rays, mm-hmm. and only the shadow is the here. You can look everything. Jiva Goswami gave example, bhakti is like this, no need to bhakti, your all kind of sinful activities finish, no need. Uh-huh. Only this rage also no need, only this avas. Uh-huh. You know, this avas like this gave all light, you can look at everything. Uh-huh. Like all kind of sinful activities, only this avas only finishing this everything, sinful activities. Your son rise is the complete gift to Krishna Prema. Udava give example. Huh? Udava give, who is giving example? Jiva Goswami. Jiva Goswami Pad дает замечательный пример. Он говорит, что для уничтожения греха, для очищения от греха, если сравнивать бхакти с солнцем, то даже не солнце нужно, даже не его лучи нужны, а подобие его лучей. Пратибимба, this is. Ты сказал про Пратибимба, yes, Махарадж? Yes. Даже отражение его лучей уже очищает от греха. Вот смотрите, вон там встает солнце на горизонте. Прямые лучи солнца находятся за окном. Здесь нет прямых лучей солнца, тем не менее здесь светло. То есть прямые лучи солнца — это абхаз бхакти. А отражение от них — это Пратибимба. Даже не бхакти нужно для того, чтобы очиститься от грехов, а само его начало. Как бы у человека не получалось выполнять. Толия? Угу. Yes, so you're telling is the, you're telling prayas chitani srishnani. You're telling, you know, only bhakti is the such a thing, you know, he can everything do finishing, but without bhakti, karma, he cannot do anything. You know, you are doing so many karma. Give example like this one, clay pot. If put in there some beer, you know, this is the alcohol. Uh-huh. You know, this all particular. Uh-huh. Uh-huh. Like this, if how many times can wash this water of Ganges, but this patra, this pot, they were pure. Like this karma, through by karma, you cannot и там же Джива Госвами Пад дает пример, что а если взять глиняный горшок и наполнить его сначала алкоголем,
то как бы потом ты не чистил этот горшок, даже если вот в Ганге, он никогда не будет чистый, потому что там в каждой поре находится этот алкоголь. Подобным образом никакая карма не может очистить от кармы. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You can ask what are you understand? Что вы поняли, Махарадж спрашивает? Главное, вы поняли, вот что начало бхакти, да? А до какой стадии практики начало бхакти возникает? Вот люди годами перебирают, четко что-то делают, и вот пока не очистились от греха. Вот это вот отражение бхакти, оно на какой ступени может прийти? Почему? Махараджи, sometimes we can see that people chanting many years Харинам, but still not pure. So when this beginning of bhakti starting, when it's removing sinful activities? When it without offense, you know, without offense, when he chanting this holy name. Когда это не намапаратха, а когда это намабхас идет, когда без оскорбления повторяем святое имя. Yeah. Разочарование пошло. Сначала обрадовалась. But this is happening slowly, slowly. Yeah. Это постепенно все равно придет. And what now you are listening Harikatha? What is listening Harikatha? What is the essence of this Harikatha? Подскажите мне суть того, что я сказал, суть этой Харикатхи. Нужно повторять святое имя. Чант Харинам. What is что я сказал? What you tell now? That can tell essence, Ама. То, что только бхакти, она полностью может очистить и дарует высшее благо. Никакие другие практики, они не способны очистить и полностью удовлетворить. И только с помощью бхакти, воспевания святых имен, даже, скажем, если кто-то занимается кармой, гьяной, без бхакти это все бесполезно. So only bhakti can destroy sin. No karma, no jnana. And only bhakti Простите, пожалуйста, а вот вы рассказали историю, как некий Риша упал, там, да, совершал долгосвязный. Вы просто не сказали начало, друзья, пожалуйста. Там уже совершил ващнава аппаратку Гаруга, да, конечно, рыбу. А если бы он не совершил ващнава аппаратку, что ему практика бы ему дала? Ага, Махараджи, if we can guess him, then if that Шаба Риши, when he was doing tapasya in Yamuna, if before he didn't do Vaishnava Paratha to Garuda, then what will be the result of his tapasya? Before? Before he made Vaishnava Paratha to Garuda. Yeah. Therefore he fall down. Yeah. So if no Vaishnava Paratha, then what is the result of tapasya? Yeah, there got some mystic power, you know? Он бы тогда очень могущественными мистическими силами стал. Yeah. И упал потом. Окей. Бимала Прасад, what can I understand? What are you listening now? What is the essence of this katha? Если мы будем совершать какие-либо благочестивые кармические действия, мы можем очиститься от нашей непроявленной кармы, можем очистить нашу проявленную карму, но, к сожалению, вот это папа биджи семя, тенденция совершать грехи, оно не уйдет из нашего сердца. И каким бы чистым человек ни был от кармической деятельности, он все равно будет склонен к совершению грехов. Однако только лишь совершение преданного служения Господу, оно сможет полностью очистить сердце, и желание совершать грехов, оно абсолютно уйдет, и таким образом человек сможет обрести наивысшую цель жизни. Према Господу. He said, no any pious activities can destroy Pappich. Yeah. Only bhakti can destroy, then the human being can achieve his perfection. Oh, what do you understand? Только святое имя может очистить, а остальные другие практики, они не работают в Кали-юге. Only Харинам can purify, not other practices. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. Now, yeah, in here... Вопросы после лекции. Пожалуйста.
She said, then we don't have chances, yes, Maharaj. This life, this life, we don't have chance to do, to be purified. She said, because of to chant Nama was very high, so this life I cannot be purified. Why not? It's possible. Hare Krishna. So he is telling one slok, you know, reciting one slok, how bhakti is the Lord's name, kirtan, bhakti, how is the so glory. Again he gave one slok, he is telling. Далее идет следующий стих, в котором показывается слава, воспевание святого имени, тоже слава бхакти. Блесакрит ман Кришна падар виндайо. Nivesitam tad guna rahi jairiha nati jamam pasa bhutam satad bhatan sopna pipasanti nahi chirna niskrit. They are telling if you do some karma, necessary there are some qualification also, some purity. Like this is gyan, necessary some, you are some qualified, you know, so qualification. Then you can follow also gyan. If you follow karma also, necessary some qualification. Well, if somebody want following the bhakti, there is no need to any qualification. You know, no need to any qualification, then you can start into bhakti. Bhakti is such a thing, this is the you know, nature of a jiva, you know, nature of a jiva. So no need any qualified person. You can start to bhakti, you know, what is the your situation, and that situation too, you can try to start with bhakti. В этом стихе говорится о том, что для совершения кармы, то есть для различных яги, нужны такие материальные качества, как рождение, например, соответствующее. Оно будет обуславливать ту или иную кармическую деятельность, ту или иной варни. А для яны нужна чистота ума. Значит, без этого ты тоже не сможешь. То есть определенные практики по очищению ума. А для бхакти никакие из этих материальных качеств не нужны. Почему? Потому что это уже присутствует в каждой душе. Это свойственно каждой душе. Это природа каждой души. А рождение не важно для гьяны? Там же тоже не только чистота ума, а рождение. Махараджа джанма, is it necessary for гьяна or not? No. Only pure mind? Yes. So, многие риши родились, кто там от рыбы, кто там из горшка, yeah. Кто-то еще как-то. So, telling this bhakti, you know, he never depend to anything. Any situation to contact, but like the ajami, yeah? Like this the balmik, you know, balmik. Vipari is the very, very sinful activities. Like this hunter, you know, he killed to animal, hunter. And he can look so many, many person. Very, very bad person, you know. So, what is their situation? From that situation, they try to, you know, start bhakti, they become successful life. Вот примерами это служит истории с Вальмики, который был очень греховным человеком, потом стал святым. Примером это служит один разбойник, садист, который не добивал животных, потом тоже стал очистился. То есть бхакти. Для бхакти квалифицированы все, достойны все. Yeah. So here is telling, Blasakrit mana Krishna padaravindayo. He telling, if only one time, if somebody, you know, Sakrit mana Krishna, Sakrit means only one time, you know, if somebody this in mind, you know, either thinking about Krishna, yeah, thinking about Krishna, then what happening? Nate jamam pasam bhutam tadvatan sopna pina paschanti na chiran kirti. Telling if one time their mind thinking about Krishna's lotus feet, even a dream, you know, they can never see to jamdut. Never, you know, never see to jamdut. If only one time you thinking Lord's Krishna lotus feet, thinking Krishna's lotus feet, even a dream, you know. Насколько могущественна бхакти? Even a dream, you know, if that dream, so direct how possible can take darshana jamdut. Meaning, that person never he go to any hellish planet. Насколько могущественна бхакти, соприкосновение с Господом. Даже если ты во сне своем, в
виде лотосной стопы Господа, ты уже никогда не попадешь в ад. So here Vishwanatha Chakra Thakur gave commentary, telling, oh, if sakrit, sakrit means only one time, if your mind think to Krishna, if somebody one time thinking of Krishna, he never go to hellish planets. Even dream he cannot take darshan of the Sri Jamdut. If many times somebody remember Krishna in your testament, if you are listening Krishna's katha, if you looking the Krishna, and if your hand doing Krishna service, if doing some parikrama to Krishna's dham, if your tongue, you know, many times they are doing glory about Krishna, then what is that proof? Человек не попадает в ад, даже если во сне увидит лотосные стопы Кришны. А что говорить о том, если он служить начнет Господа? То что если он начнет воспевать Его святое имя? Что если он каждый день будет получать даршан изображение Господа? Что если он начнет совершать парикрам или другие виды бхакти? Он без сомнения никогда туда не попадет. He is telling if somebody following this bhakti, you know, they are following bhakti. But suddenly, you know, they are leg coming sleep. Suddenly, he is doing bhakti. But suddenly this leg is completely sleep. Meaning suddenly he is doing some bad karma, you know. So the bad karma. Then the bad karma. Then telling what happening. Then give example like this one, snake, you know, snake have some teeth, whose teeth is very poison. Mm-hmm. If he bite, then what, somebody die. But if this is poison teeth, you take out, if it bite, not happening anything. Why? Already this is the snake, this poison teeth already take out. Mm-hmm. Give example, if somebody doing bhakti, suddenly this life, suddenly some accident, some bad thing. Give example like this. This is the, you know, this is poison teeth already go out. Mm-hmm. If you do suddenly doing, you know, not happening anything. Again, he has wake up doing poison. By chance. Бхакти настолько могущественно, что даже если человек идет путем бхакти, если он при этом соскользнул, с ним все равно ничего не случится, он не упадет. То есть, если даже человек, совершая бхакти, если он ненамеренно совершил грех, так получилось, что он совершил грех, то у него не будет последствий за этого греха. Подобно тому, когда у змеи вырывают зуб, из которого идет яд. Она тебя, конечно, может кусать, но это уже не будет опасно. Подобным образом человек, который совершает бхакти и ненамеренно совершает грех, он не падает. Understand? I don't understand. Что понимаете за этим? Я послушаю. Да. Если человек, совершая бхакти для начала, конечно же, из-за многих-многих рождений, эта память, ну то есть... Ручку с бумажкой выдайте, пожалуйста, бочник. Когда душа входит в материальный мир, она получает два тела, грубое и тонкое. Тонкое тело, тело ума и разума, оно путешествует с душой, и когда она покидает грубое тело и входит в другое грубое тело. Так вот эти желания, которые у нас по истечении многих-многих жизней накапливаются в нашем уме, они постоянно присутствуют до тех пор, пока мы не одухотворим или не очистим свой ум посредством совершения преданного служения. Если человек в процессе бхакти, он случайно подвергается влиянию вот этого ума, который тянет его постоянно к чувственным наслаждениям, совершает грех, то он ничего не теряет. Об этом Кришна говорит в Бхагавад-гите очень подробно. Допустим, в таком стихе Никабри Крама на шести... Она не в Чинтаян Тумам Егьяна Париопус, да? Обещает Судразяр. А? Окей. В общем, на этом пути нет потерь. И если даже человек перестал... Обещает Судрачара или этот стих.
Суть в том, что если человек даже в течение жизни вошел в пути бхакти, но нечаянно по какой-то причине сошел с этого пути, то он ничего не теряет, на этом пути нет потери. В следующей жизни Господь милостью предоставляет ему возможность начать с того же уровня, на котором он остановился. So he wants to say that in Bhagavad Gita, Krishna said, those who follow in Bhakti Marga, even you are going sometimes away from this Bhakti Marga, the next birth you again started from that point when you left your Bhakti. Okay, under this life also, if suddenly by chance your leg is asleep, you know, by chance, and you understand, oh, I am did some wrong thing, again you can lamenting about this sinful activities, yeah, again you can, this devotee can wake up and do nice bhajan. Махарадж сам сказал эту суть, он сказал, что если даже говорить про одну жизнь, про эту жизнь, и если в этой жизни вы совершили грех, но при этом вы раскаиваетесь, просите прощения и совершаете дальше бхакти, Кришна не посмотрит на ваш грех. Okay, Hare Krishna. Now he was telling one story about this thing. So Sukhdev Goswami telling Parikshit. Now I telling one story. You will listen this story. И теперь Шукадев Госвами хочет рассказать Парикшиту Махараджу следующую историю. Хорошо. Okay. Do one kirtan, then listen. Oh, you can sign your project here. Yes, Maharaj. Yeah, okay, can sign your project ready. I do one kirtan, okay. Haribol. This project became to do ready. Does get exist. So I can bring some water for you. Today you have no work? No. Today is a holiday? No, it was Sunday. Shri Krishna Chaitanya Plegna Prabhu Nitananda Vyasvaita Nadara Chimananda Gaurvata Vrita Vajati Krishna Chaitanya Prabhu Nitananda Vyasvaita Nadara Chimananda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Thank you.
Hari Om, 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 Hari Om,